Так, друзья, опять здрасте. Ну что, буквально 5 минут назад я радовался, что я получил посылку наконец-таки долгожданную, потому что я ее очень долго ждал, вот эту вот гарнитуру Xiaomi ждал. Я порядка 60 дней мне в магазине Gearbest говорили, чтобы я подождал, потому что бывает такое, что посылка идет довольно долго. Вот. Ну что, я был вынужден ждать, не буду ж я ничего там делать. Тем более, в принципе, доверяю магазину, и в случае чего я знаю, что магазин компенсирует все мои ожидания и затраты. Друзья, я не знаю, в чем дело, но вот в моем случае очень оказался я расстроен именно тем, что именно моя вот эта вот Xiaomi-шная гарнитура, Bluetooth-гарнитура, просто по какой-то причине не хочет... Не то, что она имеет две проблемы. На первую я не обратил внимания. Вот. На первую свою проблему я внимания не обратил. Первая проблема это была совсем серьезная, о которой я расскажу чуть позже. Вторая проблема это то, что моя гарнитура, мой телефон, вернее, не видит эту гарнитуру. Итак, вот я захожу, допустим, как тут поближе. Вот я... Или подальше, сейчас попробуем сделать, если получится, вот так вот, да. Значит, захожу в Bluetooth. Наверное, включен он, не включен, я хрен его знает. Ну, допустим, я делаю так, он у меня... Это выключается, да? Хорошо, давайте мы его включим заново. Вот он у нас включается, и, по идее, должен как бы сам появиться, да? В Bluetooth. Если я все правильно делаю, даже мы отсюда сейчас уберем... Вот, и перейдем, вернее, надо было не так сделать, надо было сразу идти в настройки. Вот, включаем Bluetooth, вот смотрим. По идее, здесь вот он должен сразу появиться, правильно? По какой-то из причин он не появляется. Я не знаю, что я делаю, вот появились мои часы, которые X9+, они хоть появились. Появился Bluetooth гарнитура E9, которую я... которая не работала, я не знаю, по каким-то причинам. Эта гарнитура Xiaomi, она почему-то, вот она работает, но она не хочет никак, никаким образом соединяться непосредственно. Вот она работает, но она почему-то как бы не видит телефон ее. Кроме того, самое основное, на что я хотел обратить ваше внимание, и внимание, ну, я буду обращаться, естественно, опять же, с требованием возмещения, хотел обратить внимание на... Вот такой вот для меня непонятный шум. Я вот покажу гарнитуру, которая мне очень не нравится. Я вот так поднесу, чтобы вы видели, да? Поднесу микрофон и попробую моей гарнитурой старой. Ну как старой? Плохо работающей, потрясу. Попробую что-то... Никакого шума нету, да? А теперь давайте попробуем. Такое ощущение, что там внутри что-то отломалось, отвалилось. Давайте попробуем. Надо так сделать, чтобы и я слышал тоже, да? Вот, слышно? То есть, что хочу сказать. Когда эта штука сидит в ухе, когда эта гарнитура сидит в ухе, я немножечко дергаю головой, я сразу слышу этот шум. Такое ощущение, что там то ли какой-то болтик внутри отвалился. Я не знаю, как доказать это. Я уже и снимал эту брошюру, но я не знаю, как доказать. Я попробую сейчас еще раз. Может быть, я вот так положу, освобожу от различных звуков. Так, видно, да? Вот, допустим, здесь, да, у нас осталось 37 секунд, немного совсем. Давайте. И попробую сделать. И вот такое, так, я так думаю, что меня слышно сейчас. И вот такая вот штука творится, ну, постоянно, я не знаю, вроде, ну, не должно быть такого однозначно, но в моем случае это есть. Попробую доказать это непосредственно в самом магазине Gearbest, думаю, что все удастся, получится, но так плохо мне, конечно.